Это призма с треугольным основанием. Треугольный. Да, клади на место. Так, Маркунь, засовывай в волшебный мешочек ручку. Доставай давай что-нибудь. Да не подглядывай, просто так доставай. Что это? Параллелепипед. Правильно, клади. Так, лисунечка, доставай. Куб, правильно. Маркунюшка, твоя очередь, засовывай ручку в волшебный мешочек. Доставай, что ты там хочешь нам показать, какую фигуру? Что это, Маркунь? Ну, ты же сейчас называл, что это за фигура? Треугольная пирамида. Да, клади, пирамида, клади. Лисуня, давай. Вы не туда. Мимо. Ладно, давай. Но сейчас уже попало. Все, доставай. Что ты достаешь? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. Пятиугольная призма. Призма. Так, Маркунь, твоя очередь. Так, что это? Подожди, подожди, не клади, хитрулька. Ой, пирамида. Какое основание у этой пирамиды? Посмотри, основание, которое квадратное. Правильно. Лисунь, волшебный мешочек, ручку. Дальше. Доставай, лисунька. Не подглядывай, бери любую. Хитрая, как лисичка. Давай, доставай. Лиса. Лиса, лиса. Призма с трапеции, да, в основании. Так, стоп, 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 лисунь. Давай, следующий Марк. Давай. Восьмиугольное основание у этой призмы. Призма. Лисунь, лисуня теперь. Не хитрим, лисуня. Лисунь, бери. Чуть не попала. Чуть не попала, да. Нет, чуть не попала. Ну, какое основание у этой призмы? Треугольное основание у этой призмы. Да. Стоп, стоп, стоп. Хитренько. Давай, Маркуш. Хитуська. Шестиугольное основание у этой призмы. Лисунь, подсказывать надо, не песни петь. Давай, доставай. А я очень есть. Есть еще.